Ну что ж, сегодня мы с вами будем говорить о необычной встрече со Христом. Для этой встречи, кстати говоря, нет параллелей в нашей жизни, в наших встречах. Но на самом деле это важная история. Нам важно ее понять и извлечь из нее уроки. Я говорю об искушении Иисуса Христа дьяволом, сатаной. И происходит оно сразу после его крещения. Очень важна последовательность событий в изложении евангелиста Матфея. Тут тоже есть урок, который нужно извлечь. Чем больше мы публично связываем себя с Божьим делом, с Божьим Царством, чем больше мы связываем себя с самим Христом, тем больше у дьявола желание нас выбить или нас поразить. Крещение ⁇ это публичное исповедание нашей новой связи, наших отношений с Господом Иисусом Христом. И чем более публично наше послушание, тем больше угрозы мы становимся для лукавого. И вот в Евангелии от Матфея 3 глава Иисус принимает крещение, а в 4 главе проходит искушение от дьявола. После того, как вы проявите послушание, вы можете ожидать двух вещей. Во-первых, больше благодати от Бога, потому что Бог отвечает на послушание благодатью и силой. Но вы также можете ожидать большего противостояния от лукавого. Вы поймете, что христианская жизнь становится все лучше и лучше, но также тяжелее и тяжелее. Это необычная вещь, потому что обычно мы как-то эти понятия не совмещаем. Мы не думаем о том, что может, может быть и лучше, и тяжелее одновременно. В данном же случае это именно так. Чем больше мы посвящены послушанию ради царства, тем лучше все у нас будет. Но тем больше будет нам противостояние. И этого нужно ожидать. Если мы ожидаем этого, то мы можем к этому быть готовыми. Если мы к этому готовы, то мы этому можем и сопротивляться. И если мы научимся использовать Духа, силу Духа Святого в нашей жизни, то мы можем противостоять и победить это сопротивление. Иисус соучаствует а, в наших испытаниях. Он искушаем, как мы, для того, чтобы мы могли участвовать в Его победе. Он берет на себя наши сложности, чтобы мы могли обрести Его победу. И еще, прежде чем перейдем к тексту, скажу несколько слов о христологии, о богословии. Есть некие споры среди богословов по поводу того, мог ли в принципе Иисус согрешить. Есть две позиции. И тут есть определенные термины, которые используются для обозначения этих позиций. Одна сторона, одна позиция говорит, о непогрешимости. То есть Иисус Христос, поскольку Он Бог, не мог согрешить. Вы помните Якова 1 глава, что Бог не грешит. Есть и другая позиция, погрешимость или потенциальная погрешимость. Говорит о том, что если Он не мог согрешить, значит Он не настоящий человек. Как тогда искушение могло быть реальным, если не было? Возможности, что он согрешит. Знаете, я не буду высказывать здесь свою позицию. У меня по этому поводу есть мнение, я э, стою на этой позиции, но я не хочу сейчас в эту сторону уходить. Я хочу только сказать, что искушение в любом случае реально. И реально оно вот в каком смысле? Давайте представим себе искушение как давление или что-то нас тащит к себе. И Иисус испытывал вот это тяготение, что-то тянуло его не в ту сторону. Он ощущал это. Разница между ним и нами заключается вот в чем. В нем не было греховной природы. Помните, мы с вами говорили как-то о том, что он родился без греховной природы. Это одна из причин, по которой у Иисуса не было отца из людей, потому что у него уже был отец, да? Бог. Но есть еще одна причина. Мы обретаем, мы получаем, наследуем нашу греховную природу от нашего биологического отца. А у него не было биологического отца, у него не было греховной природы. Так вот, когда мы чувствуем искушение согрешить. Есть что-то внешнее, что тянет нас, притягивает нас, но есть также что-то внутреннее, что подталкивает нас, что созвучно с искусителем, что внимает ему, что тянет нас и привлекает нас к рассуждениям искусителя. В случае же с Иисусом искушение было истинным, реальным, но оно было только... Внешне. Внутри него не было ничего такого, что согласовывалось бы и согласно было бы с аргументами дьявола. А представьте себе такой дьявольский камертон. И когда дьявол стучит своим камертоном, в нас есть нота, которая вибрирует. Это наша падшая греховная природа. И вот в случае Иисуса Христа дьявол ударил своим камертоном, но в Иисусе не было отзвука, потому что он чист, потому что он не пал, потому что у него нет греховной природы. Но было действительно реальное искушение, было внешнее давление. И я вас уверяю, что дьявол использовал все свое влияние для того, чтобы Иисус согрешил. Потому что для дьявола это было так важно, чтобы именно он, Иисус, согрешил. Я думаю, что дьявол был в восторге, потому что Сын Божий стал настоящим человеком, а дьявол никогда не встречал настоящего человека, которого бы не мог искусить. Я думаю, что мы с вами никогда лично не привлекали внимание самого дьявола, потому что дьявол не является вездесущим. Он ограничен, он может быть только в одном месте одновременно. А у него есть немало помощников в их, в кавычках, духовном мире, а мы можем заслужить внимание только младшего беса, но для дьявольского царства, для сатанинского царства, я думаю, мы недостаточная угроза. А Иисус — это величайшая угроза, величайшая опасность для царства дьявола. И вот поэтому сразу после общественного провозглашения о начале служения Сына Божия, а дьявол дождался момента слабости, и он нападает на Иисуса. То есть мы видим крещение Иисуса в 3 главе Евангелия от Матфея, и мы видим искушение в 4 главе. Иоанн крестил в иудейской пустыне, и после этого крещения Иисус ушел дальше, глубже в эту пустыню. Мы видим а, Матфея 4.1, тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. Здесь очень важный есть момент, отметьте его, пожалуйста, для себя, потому что так часто благочестие связано как раз с тем, чтобы быть там, где тебе нужно быть. Если ты находишься там, где тебе нужно быть, и делаешь то, что тебе нужно делать, всегда, тогда 80% искушений вы минуете уже в принципе, потому что вы находитесь там, где вам нужно быть. Порой, один из самых страшных грехов в Ветхом Завете был грех Давида с Версавии. А не только вот этот грех прелюбодеяния, само по себе это уже плохо, но был также и хладнокровный грех убийства, когда Давид убивает человека, который был верен ему, когда человек этот пытал, готов был умереть за него в любом случае, рисковал за него своей жизнью. И вот подумать только, что человек, который написал псалмы, мог сделать такую страшную вещь, это страшная и отрезвляющая мысль, невеликое предупреждение для нас. Однако в самом начале этой истории нам дан намек во Второй, Второй книге царств, 11 глава, мы читаем о том, что происходило это весной, когда цари идут, цари идут на войну, а... Давид оказывается в Иерусалиме. Он должен был бы быть со своей армией в битве. Но именно тогда, когда он находился там, где не должен был бы быть, он увидел ее. Теперь смотрите. Иисус всегда находился там, где должен был бы быть. И Иисус был Вадим Духом Святым. Так что даже если мы всегда там, где должны быть, и всегда делаем то, что должны делать, и это не всегда будет так на самом деле, потому что мы грешники, но даже если, даже в таком случае мы будем проходить через искушение, мы можем прийти в монастырь, и даже в монастыре будет искушение, потому что мы берем с собой и несем эту греховную природу, и дьявол может попасть в любое место на планете. Иисус приходит туда, где должен быть. И он постится в пустыне. И по окончанию этого поста мы читаем о том, что он взалкал. А он взалкал, он ослабел, он находится в состоянии, когда ему действительно непросто, и к нему приходит дьявол и говорит, «Если ты Сын Божий, преврати эти камни в хлеб». А кто может мне напомнить, Какие были последние слова, которые услышал Иисус от своего отца? Или какие были последние слова, которые Иисус, был, услышал, которые Иисус услышал в Евангелии от Матфея 3 глава? Я жду вашего ответа. Все есть Сын Божий? Да. Вот Сын Божий. Се есть Сын мой. А что первое слышит Иисус в Евангелии от Матфея 4 глава? Если ты Сын Божий. То есть последнее, что он слышал от Бога, это утверждение. Ты мой Сын. Первое же, что он слышит от Искусителя. Если ты мой Сын. Если ты Сын Божий. А смотрите, у дьявола нет творческого потенциала. У дьявола есть хитрость. Не путайте, пожалуйста, творчество и хитрость, или изворотливость. Дьявол делает только четыре или пять вещей. У него четыре или пять трюков. Но эти четыре-пять трюков он показывает тысячами разных способов. Но поскольку это четыре или пять трюков, и он делает это тысячами способами, а, на самом деле нам кажется, что там 400, 4000 различных дел у него. Нет, на самом деле трюков у него 4 или 5, но он а, скрывает, прячет эти трюки. Я не случайно сейчас об этом говорю, потому что а, на первом месте, в первую очередь, дьявол пытается заставить нас усомниться в том, что сказал Бог. Помните первые слова дьявола? Истинно ли сказал Бог? Слова сказанные а, Еве в третьей главе бытия. Или здесь то же самое. Если ты Сын Божий. И здесь так, так же. Если ты Сын Божий, докажи это на моих условиях. Докажи, что ты Сын Божий, сделав то, чего я от тебя захочу, что я тебе скажу. Так что здесь есть две вещи. Во-первых, нам важно ве верить. Нам важно верить в то, что Бог говорит, и утверждать это так, как Бог хочет, чтобы мы утверждали, а не разными ложными средствами, не, сам, не всякими ложными способами подтверждать истинность Божьего Слова. А если разобрать на составляющие то, что говорит дьявол, то получается, что среди вот этих высказываний не было ничего такого того, что было плохо. Ну, например, если ты голоден, то действительно нормально поесть. Если ты Сын Божий, то нормально делать, совершать чудеса. Иисус, в частности, и пришел для того, чтобы показать, кто такой Бог. Среди прочего, Он показывает нам, кто такой Бог, совершая то, что хочет Бог, совершая чудеса, действуя поверх законов природы, действуя по законам сверхприроды, Божьей природы. И ничего плохого в этом самом по себе нет. Плохо другое. Плохо или неправильно взять на себя роль, которую хотел от него дьявол. Доказывать, кто он такой, по предписанию дьявола, а не по замыслу отца. Еще один трюк дьявола заключается в том, что он дает нам стратегию собственного спасения. Он дает нам способ спастись, который не является божьим способом. Точно так же, как он предложил Еве способ быть как Бог. Но это не божий способ. Но типа, съешь этот плод, будешь как Бог. Но Бог, ты не хочешь, чтобы ты стала как Он. На самом деле это не просто ложь, это противоположность истине. истине. Весь смысл заключается в том, чтобы нам стать как Бог, чтобы иметь общение с Ним. Он сотворил нас по своему образу, и Он искупил нас в Иисусе Христе, для того, чтобы мы и могли иметь общение с Ним, а Он — общение с нами. Но Он также предлагает нам путь спасения. Дьявол предлагает, скажем так, альтернативный путь спасения, в данном случае физического спасения, но все же, конечно, спасение. Если ты не поешь, то ты умрешь. Значит, тебе нужно меня послушать, я скажу тебе, как жить. Я научу тебя жить, я покажу тебе, как спасти свою жизнь. Я покажу тебе, как спастись. Преврати эти камни в хлеб. И смотрите, что он делает. И очень важно понять, как действует дьявол, чтобы быть готовыми сопротивляться ему. Если ты сын Божий, скажи, чтобы эти камни стали хлебом. Он же сказал ему в ответ, это же 4 стих, написано. Вот это очень важно. Иисус защищается на основании Слова Божия, Он сам живое Слово, Слово воплощенное, Слово Божие, Слово в человеческой плоти, Иоанна 1.1, в начале было логос, в начале было слово. Это есть э, указание на Иисуса Христа. То есть живое воплощенное Слово указывает или соотно соотносится э, с написанным словом. И он цитирует Второзаконие 8.3. Написано. Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. Для Иисуса формула ⁇ написано ⁇ решает всякое противоречие. Игра закончена, дело закрыто. Как только мы с вами поняли, что говорит Божье Слово, мы знаем, что делать и чего не делать. Вот этот вопрос о власти или об авторитете, это ключевой вопрос для всего, ко всему. Кстати, это ключевой вопрос к тому, с кем иметь общение. Мы можем иметь общение с христианами из других деноминаций, если они действительно верующие. Ключ к общению это авторитет. Если я что-то преподаю, и вы ко мне подходите и говорите, я с вами не согласен. Вы говорите, почему? Ну, вы вроде не увидели контекст. Контекст этого фрагмента указывает на что-то иное. Я говорю, не-не-не, а вы не увидели ссылку на другой, отсылку на другой библейский фрагмент, потому что здесь есть перекрестная ссылка. И в данном случае все-таки моя интерпретация верна. Мы можем продолжать обсуждение. И в результате, кстати, мы можем даже и не договориться. Но у нас все равно будет общение, потому что мы согласны в вопросе об авторитете. Мы пытаемся аргументировать на основании священного писания. И даже если мы не согласимся и не договоримся по поводу значения некоторых ключевых фрагментов, для нас один и тот же авторитет. И мы пытаемся быть под авторитетом Божьего Слова. И при условии, что мы оба под авторитетом Божьего Слова, мы можем общаться друг с другом. Но если вы ко мне подходите и говорите, Рони, я не согласен с тем, о чем вы сказали, не говорите. А...» я говорю, почему? А...» я потом начинаю вам объяснять. Не, ну Библия написана очень-очень давно. И с тех времен мы очень много нового узнали. Археология узнала вот это, и биология доказала это. Так что вот это не может быть для нас высшим авторитетом. Тогда у нас уже не может быть общения. Нет, такое, ну, просто треп у нас может быть. Можем попить кофе вместе. Но духовное общение быть не может. У нас разные авторитеты. Духовное общение разрушено. Некоторые люди говорят, что высший авторитет ⁇ это церковь. Некоторые люди утверждают, что высший авторитет ⁇ это Божье Слово. В конечном же счете, хотя мы можем уважать друг друга, и, возможно, мы можем а, говорить друг другу приятные слова, а общение в церкви у нас не получится, потому что для нас разные источники авторитета. Авторитетом для Иисуса Христа было записанное Божие Слово. Именно этим оружием он пользуется для того, чтобы ä, победить сатану. Это его ответ. Ты говоришь одно, Священное Писание говорит другое. Я буду слушать Священное Писание, я не буду слушать тебя. И ä, дьявол меняет свой подход. Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма или на вершине храма. Некоторые из наших лучших библейских преподавателей говорят, что это не было буквально. Это было видение. То есть Иисус не был физически перенесен из Иудейской пустыни на вершину Иерусалимского храма. Я не вижу причин не считать это буквально. Я вполне допускаю, что это было именно физически. Обратите, пожалуйста, внимание, что речь идет о двух сверхъестественных существах. И никого рядом нет. Им не надо ä, притворяться бессильными. И никаких проблем, никаких сложностей нет в том, чтобы они перенеслись из пустыни ä, в храм или на вершину храма. Это им так же легко, как мне сейчас поднять вот эту кружку. А никаких особых усилий для них не требовалось. Иисус позволил взять себя, перенести себя туда, так что я, я принимаю эту фразу буквально. И дьявол говорит ему, «Бросься вниз с храма, потому что тогда ангелы тебя поймают, поддержат». Здесь есть две интересные вещи. Одна вещь – это традиция. Дело в том, что часть мессианского ожидания заключалась как раз в том, что Мессия докажет свою мессианскую природу, спрыгнув, спрыгнув с храма. Именно на эту традицию обращается дьявол. Более того, он обращается также к Слову Божьему. Он обращается к 90-му Псалму, в котором, собственно, написано, что ангелы будут заботиться о нас так-так, что мы не приткнемся о камень ногою. Так что вот еще один трюк дьявола. Иисус показал, что Слово Божье его авторитет. Что же делает дьявол? Он пытается исказить Божье Слово. Пытается исказить а, Божью книгу, Божье Слово. Кто стоит за культами, за сектами, за лжерелигиями? Дело в том, что практически все секты используют а, Библию. Кстати говоря, некоторые другие религии, также обращаются к Библии. И дьявол хочет взять Божие Слово и исказить его, исковеркать его. У всех культов есть любимые библейские стихи. Они используют Библию для того, чтобы подтвердить свою позицию. Они берут нечто истинное, Священное Писание, и искажают его неправильным толкованием или неправильным применением. В данном случае Дьявол пытается убедить Господа применить обещание данное в 90-м псалме неверным способом. И вот что здесь произошло. Я вам сейчас хочу это показать. Смотрите. Вот как дьявол пытается искусить нашего Господа. Дьяволу не важно, в какую сторону мы уйдем из Божьей воли. Ну, например, Божья воля находится в том, чтобы я был здесь вот перед этим столом. Так вот, неважно, кто мы, а мы законники, которые придумывают правила, которых в Библии нет, и мы уходим от Бога, уходим от Его воли, мы живем по закону, мы придумываем все собственные правила, которые Бог нам не поставил, или с другой стороны, мы можем. А, проповедовать антиномию, когда мы говорим, что нет никакого закона, что хочу, то и делаю. Мы будем тогда с этой стороны. Вот дьяволу все равно, где мы будем. Главное, чтобы мы были за пределами Божьей воли. И так приходит дьявол, Иисус голодает, он не ел уже 40 дней. И искушение дьявола преврати эти камни в хлеб. Спаси себя. Спаси себя на моих условиях, на моем, по моему замыслу, само спасение. Он пытается перетянуть Бога в Господа в эту сторону. Но Господь сопротивляется. И дьявол не может вытащить его за пределы воли Божьей в этом направлении. Хорошо, ладно. Ну, тогда голодай, ведь Бог все равно о тебе позаботится, что бы ни случилось. Все равно позаботится. Если так, так давай уж тогда с храма спрыгни, потому что Бог тебя спасет, Бог тебя сохранит, что бы ни случилось. Значит, дьявол э, подталкивает в другую сторону. Иисус сопротивляется, и тогда давление оказывается в другую сторону. Сюда не получается, давайте сюда. Не, ладно. Отда... А, а и в ту сторону тоже не получается. Он отказывается спрыгнуть с крыши с вершины храма. Вы понимаете, нам нужно быть аккуратными, потому что мы можем сопротивляться в одном направлении, а потом дьявол меняет свое направление. И, честно говоря, ему совершенно все равно, в какую сторону мы уйдем от Божьей воли. Главное, чтобы мы от нее ушли. Он хитер. Если одна стратегия не работает, то он применит другую стратегию. И когда дьявол цитирует 90-й псалом, Иисус говорит, по сути, 90-й псалом в данном случае не про это. То есть важно не только знать священное писание, важно знать, когда какой фрагмент Писания использовать. Иисус говорит, к этой ситуации относится в второзаконие 6 глава. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com. То есть не искушай Господа, Бога твоего. Что же значит искушать Бога? Что это такое? Искушать Бога значит самостоятельно придумывать испытания, чтобы Бог доказал, кто он такой. Таким образом, мы пытаемся поменяться с Богом местами. На протяжении нашей жизни мы испытываем различные тесты, пробы для того, чтобы доказать, кто мы такие на самом деле. Экзамены такие, что мы действительно со Христом, что у нас истинная, подлинная вера. Что же делает Бог? У Бога есть роль, и у нас есть роль. И вот когда мы испытываем или искушаем Бога, мы как бы говорим, Боже, я теперь провожу экзамен, ты сядь на студенческий стул, за стол, за парту, и мы посмотрим, выдержишь ли ты. Господи, если ты действительно есть, если ты действительно такой, каким себя называешь, сделай для меня вот это. Покажи мне вот такой-то фокус, так-то, тогда-то, ну, когда я тебя об этом попрошу. Давайте задумаемся на минутку о богословской истине. Это первый урок богословия «Водный курс». Давайте это поймем. Богословие «Водный курс». Бог есть Бог, а мы не Бог. Поняли? Удивительно, сколько христиан никак не могут этого понять. Я в шоке от того, сколько христиан не понимают этого, до них не доходит. Бог – это Бог, а ты или я – не Бог. Так вот, первое применение первого принципа заключается в следующем. Разберитесь с этим, примите это, свыкнитесь с этим, живите с этим. И пусть вам это нравится. Потому что, вообще говоря, хорошо, что мы не Бог. Поверьте, это очень хорошо, что Он Бог, а мы нет. Так что не нужно устраивать Богу экзамен. Дальше он делает третье. Он берет его на высокую гору и показывает ему царство мира. Я, кстати, считаю, что это было тоже буквально, Хотя вид там, наверное, открывался сверхъестественный, основанный на их сверхъестественной силе зрения и восприятия. Так вот, Сатана говорит, просто склонись мне, поклонись мне, я тебе все это дам. Кстати, именно этого он хотел с самого начала. Он не хочет дать нам что-то приятное. Он не хочет дать нам, ну, например, секс вне Божьей воли или деньги вне Божьей воли. Все это не для того, чтобы нам было приятно, чтобы нам было хорошо. Он наоборот не хочет, чтобы нам было хорошо. Он хочет, чтобы мы склонились перед Ним. Вот этого и хотел дьявол с самого начала. И потом Иисус тогда говорит, Сатане, иди ты к черту, иди отсюда, иди ты в свой ад, где ты должен быть. В данном случае совершенно нормально сказать, иди ты в ад или иди ты к черту. Вы можете послать туда черта, ну, потому что там ему и мое место. Пошел от меня. Пошел ты. Знаете, в чем дело? Дело в том, что они уже встречались. И с самого начала своего существования Люцифер преклонялся перед престолом Божиим, перед престолом Сына Божия. А теперь Сатана говорит, «Я тебе дам нечто, чего на самом деле мне не принадлежит, царство мира». В последней книге Библии мы читаем, что царство этого мира стали царством Бога нашего и Христа его, и он будет царствовать во веки и веки. Дьявол предлагает то, чего у него нет, людям, которые слишком глупы и начинают верить в его ложь.